Продолжаются схватки в рамках чемпионата Республики Казахстан по вольной борьбе. Сегодня состязаются юноши в возрасте 13-15 лет. Нурсултан Хабидулла одним из первых вышел на татами. Юноша занимается вольной борьбой 4 года. В этой схватке он вышел победителем. Говорит, был техничнее оппонента. Соперник хорошо борется тоже. Контратаки держит. Ну, сам я немножко неправильно делал. Я брал голову, делал прием. Питон, забегание. Выиграет Казахстан, выиграет Азию, мир. Иду к этой мяче. Сегодня преимущество у борцов в красном. Мансур Есенов из Кустанайской области выступает в весовой категории 68 килограммов. Соперник был сильный, с Алматы. Само помогло то, что я тренировался усердно. Каждый день работал. Сейчас самое главное достичь успеха, на пьедестал стать первое место и поехать защищать нашу страну на Азию. Всего в чемпионате по вольной борьбе принимают участие 405 спортсменов. Всего 6 весовых категорий. Этот этап у нас проходит как отборочный на чемпионат Азии. У нас Азия проходит летом, в июле месяце, Саудовская Аравия. Система у нас как в дзюдо, у нас идет ответки, зависит от ветки. Кто первым кругом проигрывает, он ждет. Если его, кто его выиграл, выходит в финал, он утешается на третье место. У него есть шанс выйти на третье место. Вот. Лучшие борцы получат дипломы и медали. Следующим этапом пройдут состязания среди женщин, а дальше чемпионат по греко-римской борьбе. Диана Салихова, Олег Косинов, МТРК.